Всем привет! Значит, я буду рассказывать вам первую часть курса про базы данных. Он разделен на две части. Я проведу 8 лекций, которые будут относиться к корреляционным базам данных. И Вадим, мой товарищ и коллега по работе, будет рассказывать вам еще треть курса, 4 лекции про немножко про нереляционные базы данных. Ну и мне нужно с вами познакомиться. Вообще сегодня занятие... Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите куда-нибудь туда. Оно абсолютно вводное, на самом деле. Мы должны познакомиться, должны понять, про что будет курс, узнать какие-то наши правила игры, как мы будем себя вести и так далее. Поэтому давайте сначала я расскажу немножко про себя. Зовут меня Сергей. Если кому-то удобно обращаться, привыкли по отчеству, то я Сергей Сергеевич. Изи, да, то есть запомнить несложно. И я работаю в компании Mail.ru в проекте «Одноклассники» и работаю в отделе, который называется Data Warehouse. Мы занимаемся сбором статистики, приемом больших всех этих данных, то есть вот это big data, вот это все, это как раз про нас. И мы уже не так много на самом деле используем реляционные базы, как раньше, допустим, но все еще используем, экспертиза еще есть, поэтому мне есть чем с вами поделиться. Но для начала я хотел бы просто узнать что-нибудь про вас. Давайте так, у кого уже был курс про базы данных, какой-нибудь в ВУЗе? Идет. Сейчас идет. У 3 человек. Вы как, не уверены? Волос управляете? Или уверены все-таки? Был, да. Был у вас? Да. 4 человека, да? Ну, у нас тоже идет. Так, не боимся. Так, смотрите, правило игры номер 1. На моих лекциях можно задавать вопросы в любой момент времени. Меня можно перебивать, можно говорить, что все, что я рассказываю, это неправда. И так уже никто не делает давно. Это норма. Поэтому, когда, более того, у вас практически не будет слайдов, все, что я буду делать, это буду рисовать на доске, да, и объяснять. Соответственно, то, что я буду рассказывать, что говорите? Конспектировать надо? Не обязательно, это вообще не обязательно, конспектировать. Ну, тогда да. Еще, я не собираюсь открывать перед вами прямо горизонты реляционных баз данных, но мы не будем говорить ни про какую конкретно базу данных. Иногда я буду говорить про какие-то конкретно, что здесь вот так, здесь вот так. Мы будем говорить, в принципе, как работают реляционные базы. Какие у них принципы, на чем они основаны. Про все, на самом деле, поговорим в том или в той или иной мере. И хочется, чтобы после этого курса вы стали думать немного более реляционно, чем раньше. Да, вот люди говорят, что вот есть процедурный стиль программирования, да, когда мы просто там, он же императивный, там, да, когда мы просто пишем, как в Java, строчка. Возьми это, положи то, возьми то, положи это, если вот это то, ну, знаете все это, да? Есть функциональные там программирования, когда вы говорите, что там все заворачиваете функцию, и к этому тоже нужно привыкнуть, да? И вот есть реляционный тип, которым я считаю, есть, когда вы должны уметь думать в терминах базы данных. Вот. Поэтому я повторяю свой вопрос, небольшой был ликбез. У кого кто что-то знает про базы данных? Я просто должен сориентироваться там. Да, у кого был курс, не боимся, да, должно быть больше рук, чем в прошлый раз. У вас же там был курс. У нас сейчас. А, сейчас идет. Окей. Так, кто на первом курсе учится? Задние ряды на первом курсе. Это немного дедовщины, да? Кто на втором курсе? Ага, на третьем. Четвертый. А вы у нас были, мне кажется, или я у вас ввел собеседование? Да, я один семестр. Я вам рассказывал уже. Ну, так, частично. То есть вы не все ходили или... А, ну сейчас вы просто пришли, будете ходить теперь на четные, да? Тогда ходили на нечетные. И теперь картинка сложится, да? Окей. Так. Ну ладно. Давайте тогда начнем. Первое. Есть стандартное понимание...
как говорят, что есть реляционные базы данных, есть нереляционные базы данных, да? Кто-нибудь знает примеры реляционных баз данных? MySQL. Отлично, давайте тогда начнем. Смотрите, я вот... У нас сегодняшнее занятие будет состоять из двух частей. Первая часть. Когда мы возьмем и нарисуем mind map всего, что мы знаем про SQL и вот это всю эту тему, я расскажу, про что я буду рассказывать в этом семестре. И вторая часть, мы немножко подготовимся к проекту, который будет у нас плюс-минус сквозным идти через весь наш вот этот вот курсик. Вот. Но, в принципе, сегодня ничего сложного не будет, так что все должны просто быть активнее и как-то участвовать. Так, давайте я начну. Поэтому начнем этот майндмап рисовать, а я вам начну рассказывать, что я буду рассказывать, а что не буду рассказывать. Поэтому SQL, да, вот я так обзываю его. Ну, вот просто вот так вот сделаю. Есть еще как бы NoSQL, да, и вот здесь вот есть реляционная база. И здесь какие, вы говорите, знаете? MySQL. Postgres, да? Какая? Просто какая-то Microsoft какая-то, да? Нет. MS SQL называется. Как? Cassandra. Cassandra это не из этой области. Она вот сюда уходит, на самом деле. Что еще мы слышали когда-то? Oracle. Да, Oracle из одна из самых больших продуктовых. Firebird. Блин, боже мой, когда это было? Ну, давайте вот так вот напишем. Да, вот он тут когда-то был, мне кажется. Но уже даже когда я начал программировать серьезно, его уже не было, мне кажется. Mongo — это не революционное. Что еще знаем? Ну, на самом деле, в качестве реляционных вообще вот это вот покрывает практически, там, не знаю, наверное, 99.9% всех использований. В качестве коммерческих enterprise решений практически все используют либо Oracle, либо кто сидит, допустим, на винде, использует MS SQL. В качестве некоммерческих open source решений, там, Trenton используют либо MySQL, либо Postgres. Все, в принципе. Ну, такие четыре большие, брат. В нереляционных там, конечно, доски не хватит, чтобы все это написать. Ну, Cassandra вспомнили, Mongo вспомнили. Что там еще вам вспомнить такого? Какой-нибудь, там, не знаю. Ну, не принципиально, на самом деле. Чем они, в принципе, отличаются, да? Реляционные появились раньше всего. Ну, то есть, как бы не раньше всего, а, в принципе, раньше с них все начиналось. В этих базах, в принципе, ввелось понятие отношения, да, relation. Поэтому они называются реляционными, такая прямая калька с английского языка. А отношения — это, в принципе, кто не знает, что такое отношение в базах данных? Связь. Связь. Какая связь данных? А? Да. Ну, то есть, как бы мы это все будем пробовать разбирать на следующем занятии, но в прямом варианте, в простейшей трактовке это у вас есть, допустим, у вас есть таблица классов, ну, допустим, групп в университете, и у вас есть табличка учеников. Всех, да. И вот, соответственно, эти две таблички связаны, допустим, через поле групп ID, да, у вас в каждой группе есть группа ID, допустим, номер ее, и в табличке учеников есть, у каждого ученика есть поле групп ID. Да, ну, представляете себе, не знаю, как два Excel листа, да, и у него есть колонки, вот, и они связаны через это поле, это называется отношение. И именно это понятие и попало в и легло в основу названия реляционных. В нереляционных или NoSQL, как их называют, кто как думает, как переводится NoSQL? Not only SQL кто-то переводит, правильно, да. Но кто-то переводит как
NoSQL, да? То есть кому как нравится на самом деле. То, в смысле, как контекст это подразумевает, то тогда. Но некоторые говорят, что да, типа это не отрицание SQL, а не только SQL. Про разницу, там, про свойства, наверное, вам расскажут в концовке, а мы будем на самом деле заниматься вот этим вот блочком в основном и смотреть, как он устроен, в принципе, что у него есть. Кто что знает любые термины из уровня реляционных баз данных? Просто можете вслух говорить любые термины, которые вы когда-то слышали. Кортеж, атрибут. Как, что? Что говорите? Разные типы, да. Ну, баз. Первый, второй, третий тип связи. Так, давайте по очереди. Там про что-то про тип связи, это, наверное, что-то про нормальные формы там, наверное, было. Вот, вспомнили, да, окей. Да, давайте запишем. Здесь нормальные формы. Мы не будем разбирать нормальные формы на наших, вот на вот этих вот все. Потому что мое искреннее убеждение, что никто в реальной жизни не обсуждает, не принимает решение, как, допустим, построить табличку там, исходя из нормальных форм. То есть есть понятные как принципы, по которым нужно дизайнить таблички, но никто не опускается. Третья нормальная форма этой бойса кода, либо там четвертая какая-нибудь, либо еще какая-нибудь. Так, ключи. Да, ну давайте тогда вот. Это просто, я тогда вот здесь наберу, вот так напишу здесь схема. Да, есть понятие схемы базы данных обычно. И там есть, да, действительно, таблицы, ключи. Что такое ключи? Ну, если таблички я объяснил, что такое, да? Таблицы все знают, что такое, да? Допустим, ну это просто, можем считать, что это просто один лист из Excel. И там есть колонки как-то названы, и строчки, соответственно, вот так же и там бесконечно идут. Что такое ключ? Да, ключ — это некоторый идентификатор строки. Да, есть они. Какие бывают ключи? Так, какие? Первичные, внешние. Да, бывают. Давайте так. По-русски, да, первичные и внешние. И давайте вспоминаем наш примерчик про таблички студентов, да, students и groups. У студента есть group ID, а у группы тоже есть, допустим, ID. Не знаю, там где там что рисовать. Так, там что там одна здесь, наверное, вот так как-то. Вот, ну и, соответственно, вот в этой схеме студент может учиться в скольких группах? В одной. Но, вот, и, соответственно, они связаны ключом. Теперь, где здесь, у какой таблички первичный ключ, а у какой внешний? У групп первичный, да, а у студентов, соответственно, внешний, потому что он как бы смотрит на другую табличку, да? Разобрались? Ну и, соответственно, ключи бывают в этом случае ID, ну, допустим, у вас еще, допустим, может быть ключ, номер группы, скорее всего, эта штука уникальная в рамках всего университета, да? Это, наверное, у вас там тоже может быть ключом. Но если, допустим, у нас группы не одного университета, а, допустим, всех университетов, ну, то это уже не является, не будет ключом. Но если мы добавим, допустим, университет Санкт-Петербурга, то опять станет ключом. Да? Ну, идея понятна, да? Это какой-то уникальный идентификатор записи. Все. Что еще мы знаем из схемы? И здесь я вот так вот беру и использую тряпку мою. Синий отлично стирает синий. Вот. Так, что еще мы знаем про схему?
А? Кортежи, атрибуты. Ну, атрибуты, что такое атрибуты? Точняк. То есть, как бы у таблички есть колонки, и кто-то придумал, что колонки мы будем называть другим словом атрибуты. Все. Кто-то, если вам будет говорить атрибуты, это атрибуты намного более используемый термин в языках программирования, да, там нет колонок. Но вот он как-то перешел и сюда. Что еще знаем? Кто еще что помнит или там вспоминал? Ну вот, допустим, кто-нибудь слышал такое? Индексы. Есть индексы в базах. Да, колоночки, да, мы записали. Так, ну... Запросы. Это уже не к схеме, да? То есть вот если... Это вот здесь. Молодец, что вспомнил. Что на самом деле SQL появился из потребности как раз выполнять запросы. То есть считается, что SQL это какая-то query language, а это у нас как там? Structural, мне кажется. Короче, и это считается типа языком более высокого уровня, чем, допустим, Java там или там, не знаю, C++ и там Pascal, все что угодно, да. Как выглядит простейший запрос? Кто-нибудь может сказать вслух? Давайте, select пишу, звездочка, from. Название таблицы мы знаем, допустим, students. Отлично, where. Какое-нибудь поле, допустим, у студента есть имя. Где имя? Допустим, Сергей. Не знаю, почему оно мне пришло первым в голову. Ну, это если я хочу отсортировать. Давайте, почему отсортируем их? Order by. Давайте по имени, да? Имеет это смысл? А? Да, почему? Нет. Нет. Ну, в смысле, как бы имеет, конечно. База данных, на самом деле, напрягется здесь, скорее всего. Ну, потому что мы отфильтровали всех Сергеев и сортировали их по имени. Ну, в общем, это, вот в этом смысле это приложение имеет, да. Но можно их отсортировать, допустим, по last name, да, допустим, по фамилии. То есть, смотрите, как бы, что здесь происходит-то. Мы сказали, слушай, база данных какая-то, не принципиально. Дай мне все колонки. Звездочка — это все колонки. Мы могли заменить их на полный список из таблички студентов, где имя равно Сергей, и отсортирую их по last name. Мы вообще не сказали, как она это будет делать. Это не наша забота. Да, как она их хранит, как она там... Какой она алгоритм использует для фильтрования, там, как она будет сортировать их, это все. А я, ну, спасибо большое, да. Я там нашел уже одну. Как это, ну, это... Вот. Жалко, конечно. Ну, ладно. Вот. И это принципиальное отличие, да, как бы вы написали это на Java? Ну, там, без стримов, там, а вот на старом эмпирическом виде вы бы написали такое. Так, у меня есть коллекция студентов. Ну, давайте я пробегу по всем студентам. Проверю, что у каждого студента имя Сергей. Сложу их там, не знаю, куда-нибудь. Да, куда-нибудь. Не принципиально куда. И потом отсортирую это что-нибудь. Ну и мы там типа за n бы пробежались бы. И потом за n log n там еще отсортировали там, по факту. Ну мы сами написали алгоритм, как это будет реально сделано, да. В базе данных мы его не пишем. Мы такие просто требуем. Это вот как, смотрите, это как две разные вещи, когда ты говоришь дома, допустим, принеси мне кефира, и у тебя появляется кефир, да, сразу же. Либо ты такой встаешь, открываешь холодильник, берешь стакан, наливаешь кефир, выпиваешь кефир и уходишь обратно на кровать, как бы, да. То есть разница очевидна, да, почему это следующий уровень. Кстати, с кефиром не всегда прокатывает, как бы. Иногда просто говоришь, дай мне кефира, а тебе говорят, нет, типа,
сегодня не твой день. И приходится самой работать. Но с базы данных как раз всегда прокатывает, то есть вам не придется практически никогда писать там вот на этом низком уровне, хотя на самом деле у всех этих баз данных есть возможность опуститься до уровня так называемых, что значит такое курсоры? Слышал это слово? Да. Молодец, забудь его, пожалуйста. Объясню почему. Потому что когда, то есть смотрите, курсор, что такое курсор, да? Это когда у вас и вот есть табличка эта. Курсор — это какой-то указатель на строчку. И вы им управляете точно так же, как в эмпирическом, как бы, языке, в обычном, да? Вы бежите по всем строкам через какой-то while и делаете что-то с каждой вашей строкой. Поэтому, как только вы видите где-то в коде курсор, либо вы почему-то подумали, что вам нужно написать курсор, то, скорее всего, это не нужно делать. Потому что это, скорее всего, подтверждает, что у вас немножко не хватает реляционного мышления. Да? То есть вам нужно по-другому перестроить свой запрос. Практически 95% всех курсоров можно переписать через запрос. Да? То есть можно просто у базы данных так попросить, что она всю вашу сложную логику вот эту она сделает, как бы. Вот. Так, поэтому в запросе мы узнали, что там бывают, грубо говоря. А какие бывают запросы, кстати? Вот это какой запрос? Ну, это запрос такой, как бы, на select, да? То есть вот прям, как бы, называется select. Какие еще бывают? Бывает update, правильно. А еще какие там? Delete, да? Delete, insert. Insert. Вакуум — это у нас откуда? Это вот откуда-то вот отсюда, да? Из Postgre. В MySQL, мне кажется, нет вакуума. Так, смотрите, вот это все так называемые... сейчас мы к вам вернемся обязательно, конечно. Это у нас... Короче, это часть, которая селектит и апдейтит данные. А есть еще... как он называется? Data Modification, мне кажется, DML. Короче, те штуки, когда вы хотите что-то сделать с объектами в базе. Типа там drop table, там вакуум ваш, там, да, хотя, ну, вот это не стандарт, да, то есть это вот реальная реализация в рамках Postgre, то, как они там придумали, короче, как это, с этим жить, неважно, там, ну, в общем, это может быть, там, не знаю, create какой-нибудь, то есть то, как вы создаете объектики вашей базы данных, вот. Вот, теперь давайте по селекту пройдемся отдельно. Вот это, на самом деле, это то, на чем мы будем концентрироваться большую часть времени, да, то есть я хочу, чтобы каждый из вас, когда отсюда вышел, умел писать селекты, потому что, на самом деле, это единственное и самое важное, что нужно знать практически всем в рамках индустрии, да, нужно уметь писать селекты, не бояться их читать, селекты, и понимать, что они требуют. То есть, на самом деле, нужно уметь читать и формировать такие требования, и они бывают сложные, там, вложенные и так далее, но нужно уметь их формировать. Почему? Потому что, на самом деле, практически все тулы для аналитики так или иначе стремятся встроить в свой интерфейс возможность написать людей селект. Все вот эти вот типа Cassandra, Mongo там и другие там какие-нибудь любые NoSQL Storage обладают плюс-минус, кроме Mongo, наверное, хотя, может, последние они тоже научились, селектоподобными, короче, запросами, да. Когда вы хотите потом, не знаю, как-то хоть что-нибудь понять про ваши данные в любом виде, да, скорее всего, вам нужно будет написать селект. Если кто-нибудь пишет на .NET'е, на .NET никто не пишет. Отлично. Там по факту какой-то язык встроен в прям в язык программирования. Да? В Java есть стримы, они немножко отличаются от селектов, но там какие-то схожие моменты даже там можно найти. Вот, в селектах мы просмотрели, и там бывают, значит, select from. Where? Что еще бывает? Точняк, order by. Давайте так напишем. Order. Order by.
Грубай. Что еще бывает? Огонь. Кто сказал? Ты был на тех лекциях, да, когда я рассказывал, наверное, про хэвинг? Хэвинг. В жизни люди пишут хэвинг пару раз, наверное. Кто-нибудь, когда кто-нибудь писал в реальной жизни хэвинг, он прям герой. Но все про него знают, что он есть. Значит, смотрите, это формат требований, которые вы будете выдвигать в базе данных, на самом деле, чтобы вернуть тоже там что-то. И там есть плюс еще какие-то разные, это самые как бы ключевые большие слова. Select, вы показываете, что вы хотите взять в табличке. From, вы указываете, откуда вы хотите взять. Вот здесь вот во from может быть там целый select там, или еще что-нибудь. Where, вы как-то фильтруете. Group by. Это, если я скажу группируете, то это, скорее всего, вам ничего не объяснит. Да, если вы раньше этого не делали. Но давайте что-нибудь напишем простое, чтобы просто мы это будем все рассматривать, но для, не знаю, для интереса. Да. Как ведомость по-английски будет? Не знает кто-нибудь? Или дневник? Да. Не тот немножко дневник. Это дневник типа, да, ну ладно, не знаю, students, так напишу. Students marks напишу. Вот, допустим, так можно писать. Смотрите, что это будет значить. Я хочу достать среднее АВГ, да, по оценкам из таблички оценок студентов у группы 3. Ну, понятно, допустим, представили, что у меня есть Excel-табличка, где, соответственно, есть, допустим, такие поля, как group ID, возможно, даже student ID и mark. И я из этой таблички что делаю? Я выбираю только тех, у которых группа ID 3, какую-то часть. Оп, выбрал, да, фильтровал по факту. А потом, то есть вот там есть много таких строк, я из них, допустим, взял вот эти вот только, и вот эти вот, как и в Excel, взял и применил к ним среднее. Понятно? Не вижу понимания в глазах, ребята. Понятно, вот это где, кто кивает? Непонятно, непонятно? Непонятно тебе? Смотри, еще разок. У нас есть группа ID. Здесь написано 3, здесь 3, здесь 3, здесь 2, здесь 1, здесь 1. 2, 1, 1 – это не 3, это понятно. Это мы отсекаем, нам такие группы не нужны. Остается у нас 3 строчки. И здесь написано, студента, допустим, 1, 2, 3. И здесь написано, это получил 5, это получил 4, это получил 3. Мы взяли 5, 4, 3, сложили их, разделили на 3, получили сколько? 4. Так работает функция среднего. Отлично. Вместо функции среднего могли написать, допустим, функцию суммы. А? Что мы получим? Мы получим ответ. 4. 4. Вот. Ну, давайте дальше тогда. Если бы мы написали сумму, получили бы ответ какой? Отлично. Теперь у нас еще есть две группы, и они как бы не очень учатся, все учатся вот так вот, 4-3. Теперь мы пишем, допустим, не v грубая равно 3, а group by group ID. И мы организовываем тем самым группы по колонке group ID. Группы по колонке группы ID. Я так не специально сделал. Вот одна наша группа строк. Вот, соответственно, вторая группа строк. И вот третья. Мы можем даже записать здесь вот так вот, типа, хотим еще вывести группу ID. Да? И какой ответ будет у нас в запрос? 4-3-4. Так, по одному. Давай ты первую строчку диктуешь, допустим. Ну, видимо, 3-4. 3-4, молодец.
Да? Понятно? Все поняли, почему 3-4? Вторая. 2-3. 2-3. Третья. 1-4. Классно. Понятно? Понятно? Класс. Как тебя зовут? Лена. Я буду со всеми знакомиться, потому что я там, ну, я в конце плюс-минус уже буду к вам так обращаться. Лен, смотри, мы пишем. Достань нам, пожалуйста, средние оценки, сгруппировав вот эту табличку по поле Group ID. Ты должна считать, что ты как бы берешь вот эту табличку и разбиваешь ее на части. Часть идентифицируется тем, что у этой части одинаковая Group ID. Ты по нему группируешь, да, вот она у нас, Group by Group ID. То есть одна часть из трех строк, одна часть из одной строчки и одна часть из двух строк. Поняла? Потому что здесь 3-3-3, здесь 2, здесь 1-1. У тебя получилось три группы. И потом в рамках каждой группы ты применяешь функцию среднего к оценкам. Поняла? Отлично. Все поняли? А можно еще вопрос? Давай. Как определяется порядок записи? То есть что будет написано сначала, средняя или группа? Ну, вот в контексте. Мы так задали. Смотри, мы сказали, выводи сначала среднее, потом поставили запятую, и потом, значит, выводи группу. То есть оно должно быть наоборот. 4-3. Да, 3-2-4. Да. Ну, мы как бы, да, все прав. Ты вот этот трен-тен-тен-тен-тен-тен. Доска позволяет нам это делать. Это должно быть вот здесь. У тебя был вопрос? Такой же. Но по факту, на самом деле, мы попросили вот так, но база данных спокойно могла нам вернуть результаты, допустим, вот так. Понятно? То есть мы не спрашивали ее, мы ничего не говорили про порядок. Да, то есть мы никак его не фиксировали. Это значит, что он нам на самом деле не важен. То есть так как мы не задали здесь order by никакой, то мы говорим, слушай, ты нам выведи, а порядок там не важен. Ну вот все, просто не напрягайся, как бы, да. Не сортируй там ничего, не проверяй, как бы, и нам это не важно. Так как нам это не важно, она может вывести их в любом порядке, как ей было удобно там. Как там, понятно, как это происходит, но в принципе это значит не важно. Вот, чтобы задать порядок, соответственно, нужно написать order by. Вот, можно, допустим, здесь написать order by. Что можем здесь написать? Как отсортировать по этой колонке? Класс, как тебя зовут? Роман. Роман, молодец. Правильный ответ, да? То есть, ну, на самом деле, мне здесь места не хватает, но мне придется стереть это все. То есть я могу написать, допустим, as avg mark. А здесь, опять же, группа ID наш. Тогда вот здесь я могу написать as avg mark. На самом деле, это тоже неверно. То есть, в смысле, это будет работать 100%. Да, но могли без псевдонима справиться. Могли написать order by 1. Но так никогда не делать. Это просто... Что важно? Что... Ну, если мы уж сюда попали, в эти псевдонимы с order by'ами, то запрос обрабатывается как? Вот если по вот этим вот шажочкам идти, да, то у нас там сначала выполнится from, потом where, потом group by, потом там having, потом, грубо говоря, select и потом order by. И это что значит? Это значит, что только одно на самом деле, что вот если вот здесь псевдоним вы задали, as mark, вот здесь вот, то в order by вы им можете пользоваться, на него сослаться, потому что он сам последний работает. Но в у него еще не будет этого имени, поэтому вот здесь не можете написать, допустим, where avg mark там равно чему-то. В having можете уже. Вот. Так. Это мы отвлеклись, да?
немножечко про селекты. Про селекты будем говорить прямо долго и упорно, начиная с простых и сложных селектов. Плюс у нас будет даже целое, как называется, занятие, где я там принесу вам 10 интересных запросов, и вам нужно будет их написать. Вот. То есть, на самом деле, самое главное, что я хочу, чтобы вы вынесли отсюда, это вы плюс-минус должны хорошо писать селекты и понимать и вообще, как это будет происходить. Так, что мы что-нибудь еще мы знаем про базы данных? Триггеры. Класс. Это вот сюда к нас уходит. Что такое триггеры? Ром, ты знаешь, что такое триггеры? Код, который срабатывает по какому-то ивенту базы данных. Да. Смотрите. Какие могут быть... Они немного по-разному устроены во всех этих базах. Но, в принципе, идея такая. Вы можете как бы подписаться на события, если говорить там в Java или что-нибудь еще, допустим, добавление, удаление или обновление данных, и что-то в этот момент еще сделать. Вставить в другую табличку данные, вставить еще данных в эту таблицу, апдейтнуть, не знаю, вы апдейтите там какой-нибудь баланс, апдейтите еще что-нибудь. Идея понятна? Что такое триггер? Обычно люди говорят, не используйте никогда триггеры. Ну ты молодец. Почему? Почему и что? Почему не использовать? Там всегда разные причины, на самом деле. Но, во-первых, это всегда происходит, это какая-то не совсем явная логика, которая может происходить непрозрачно. Обоснованным? Да. Конечно же, смотрите, как и любой инструмент, это возможность какая-то, да, то есть есть ситуации, когда вы вынуждены будете использовать триггера, но вы всегда должны будете рассмотреть другие какие-то варианты решения этого. Но изначально все не очень любят триггера, потому что это то, что произойдет как бы всегда, то, что вы можете не знать, что как происходит, и то, что, скорее всего, можно сделать явно. Есть еще в разных базах данных последствия, которые связаны с производительностью из-за использования триггеров. Вот. Какие еще слова мы знаем? Что мы еще слышали? Что не слышали еще? Join. Что? Join. Точно. Вот здесь, да, вот из этих слов нам не хватает, в селекте бывают join'ы. Что такое join'ы? Лен, ты знаешь, что такое join'ы? Соединение. Класс. Класс. Кто знает, что такое join'ы еще? Там есть левое соединение, правое, естественное. Естественное соединение. Хорошо, кто знает, если мы уже в эту как бы стезю пошли, кто знает, какие бывают тогда джойны? Давайте тогда вот так сюда будет. Левая бывает. Какие бывают? Если левая есть, то есть. Класс, правая. Right. Как меня зовут? Алексей. Лех, нет. Верхнего, нижнего нет. Так пошло, что есть левая и правая. Какое еще бывает? Естественно, я такого не знаю. Inner join, да. Есть inner. Inner — это естественное? Да. Будем считать, что inner — это естественное. Что еще? Какие еще бывают? Outer. Вот это вот считается outer'ом. Левое и правое считается outer'ом. Еще что бывает? Полное. Полное. Ты как, просто угадал или знал? Молодец. Как тебя зовут? Жень, молодец. Да, оно называется full join. Еще бывает одно.
Ну, вопрос на пятерку. Хотя пятерок здесь нет. Ну, в смысле, никому я не поставлю. У нас нет дневников, да? Не в том смысле, что их здесь нет, да? То есть будут, наверное, 100%. Но мы не ставим оценки, да? То есть у нас там баллы какие-то. Вот, кстати, про баллы. Я отвечаю за 2/3 ваших баллов. То есть у нас там 65 баллов, мне кажется, подо мной. И 35 под Вадимом будет, вот. И последний остался. Ну, кто-нибудь? Красавчик, как тебя зовут? Никита. Никита, молодец. Ты самый быстрый пользователь телефона или знал? Нет. А где ты? У тебя были базы? Нет. Так, ну как ты это тогда узнал? Я потом расскажу долгую историю. Настолько долго? Отлично. Ну, в принципе, это неплохо, когда люди в долгих историях узнают, что бывает кросс-джойн. Так, смотрите, теперь к нашим... Попробуем это на двух простых примерчиках вам сразу разобрать, хотя мы это еще раз разберем потом. Да, но чтобы, если мы уж сейчас затронули. Так, 1, 1, 2, 1, 3. Это табличка А, это табличка... Б. Класс, так и знал. Б. Ну и мы делаем... А, join, B, и, ну, допустим, там, короче, по колонкам A.A равно B.B. Класс, да? Просто join это функция? Нет. Просто join сделает, так скажем, естественный join, как мы только что придумали, это inner. Если мы ничего не написали, то это, скорее всего, inner join. И что он вернет нам? Догадки. Как произведение? Нет. Это не естественно возвращать декартовое произведение. Да? Он вернет нам, смотрите, такую штуку. 1, 1, 2, 1, 1, 3. Да, если эта колоночка у нас называется А, эта колоночка называется Б. Вот такую табличку. Это естественно. Как бы самое простое. Это, не знаю, большая часть ваших джойнов. Неестественно. А? Че, Лех? Как-то неестественно. Неестественно? Блин, ну ты привыкнешь к этому. К концу курса ты поймешь, что это самое нормальное вообще, самое простое, что у тебя есть. Ну, допустим, ну что такое? Ну, допустим, это у нас... Б — это у нас группы, а это студенты, да, и ты хочешь вот здесь вот у нас, допустим, какие-нибудь имена групп есть, и ты просто хочешь вывести имена группы и имена студентов рядышком. Поэтому ты, ну, типа, кто в какой группе по названиям. И ты как бы соединяешь две таблички по именам, и это, естественно, как бы все нормально. Теперь, допустим, мы напишем здесь что? Давайте сразу с кроссом разберемся, да? Если мы напишем здесь кросс, что будет? Кто там говорил про декартово произведение что-то? Кто? Я. Жень, ты, да? Давай теперь вспоминай определение, а не просто слово. Что вернет декартово произведение? А? Шесть строчек может быть. Точняк, какие? 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Класс, все поняли? Yeah. Да? Yeah. Все, это кросс-джойн. Это не очень... Так практически... А? Что? Все комбинации получаются. Да, это декартово произведение, просто все комбинации. Декарт... Но специальное слово придумали для этого. Вот. Так, теперь осталось что разобрать? Left. Что вернет нам left? Давайте спросим у товарищей на второй партии в очках. Они оба в очках. Тебя. Как тебя зовут? Ром. Ром, да? Ром. Понятие. Отлично. Сосед. Ставить слева. Ладно. Ты тоже Роман? А, я да. У нас два Романа. Отлично. В общем, получается, выберите сначала все строки из левой таблицы, соотносящиеся с ней как бы строки из правой таблицы. Вот. И получается оставшиеся, типа, забьем нулями. Ну, типа, как? Давай, диктуй. Я лучше нарисую, короче. Давай, диктуй. Я там не вижу просто. Ну ты брось. Ну 1-1, 1-1-2, 1-3. 1-1-2, 1-3. Да.
Так, давайте лучше подойдем. Давай. На, фломастер. Пиши. Такс. Ага. Вот этот уголок я использую для вот этого. Давай, это важно. Ага. Значит, джойнится как раз по этим столбцам. Да. То есть, один... Ром, ты еще и левша. Да. Огонь, давай. Что плохого? Ничего плохого, это очень круто. Так, окей. Значит, это один, один, два. Значит, да. Один, один. Так, я что-то запутался уже. Так. Один, один. Все правильно. Один, один. И один, один. Один. И... И тут ну. Точняк. Вот как-то вот так вот. Сообразили? Нет. Лефт. Это значит, что мы берем табличку слева. Табличка слева для нас основная. И пытаемся приставить к ней табличку справа. Допустим, если это студенты с группами, а это группы, то у нас учится кто-то в группе, которая не существует. Допустим, да? Мы так и выводим. Поняли идею? Табличка слева фиксируется, мы берем табличку справа и так и выводим, да? То есть, грубо говоря, вот для этой есть единичка, для этой есть единичка, для этой двойки здесь нет ничего, поэтому мы выводим null. И все. На этом табличка слева закончилась. Магически работает right. Как работает right? Наоборот. Лех, сможешь написать? Ну наоборот, Леш, ну давай выходи, давай напиши. Что-то наоборот же, все наоборот. Ну один, один точно будет. Возможно, даже еще один будет. Да. Вообще, да? Не-не, давай ниже, вторая строчка. Уже? Один, да. Один. Один. Ну и три нам, да? Да, только что будет там? Где три будет? Нам будет тут. Ну да. Да? Да. А тут будет три. Да. Красавчик. Молодец. Все разобрались? Поняли? Как тебя зовут? Ты. Аркаша. Ты Аркаша, а девушка перед тобой? Ира. Ты поняла? Молодец. Это right. Поняли, да? То же самое, только у вас табличка справа, она главная. И вы пытаетесь найти все, что к ней, вот все, что здесь есть, да? Теперь есть классный join, который называется full. Ну, идеи. Банар в конце допишу. Ну, давай по смыслу сначала скажи, в чем идея. Он соотносит, видимо, все из левой таблицы, пытается представить всем правой и дописывать нули там, где не хватает. Ну, это, короче, left плюс right. Ну, да. Ты так просто сложно сказал, как бы. То же, ну, короче, то же самое, да? То есть у нас будет вот здесь вот еще где-то там два null. Да, то есть то, что Рома написал, плюс то, что Леша написал. Все. Сложно? Так, не понял. Сложно? Нет. Вообще не сложно. Я вам говорю, сиквел — это просто очень просто. У вас там курсы там серьезные. Там, high load, там, алгоритмы и так далее. То SQL — это просто-просто. Просто умейте просить, что вам нужно, да, и все, и у вас все получится. Здесь не надо ничего придумывать. Так, и что-то я еще хотел сказать. То, что мы забыли, на самом деле, есть еще операции, которые в большей степени, ну, к запросам относятся, конечно, но относятся с операциям со множествами. Какие мы операции со множествами знаем? Пересечение. Пересечение. Еще какие? Объединение. Так, пересечение — это нифига не except, да? Как пересечение по-английски? Пересечение по-английски? Интерсект, правильно, интерсект. Как, итак, это соединение, это union у нас. И что еще осталось? Есть еще. Да, и оно называется либо except, либо в разных базах называют его еще минусом. Да. Вот, а union... Вот, ну, в общем, такие еще операции со множеством, на самом деле. Так, ну, в общем-то, плюс-минус все. Так, что мы еще знаем про реляционные базы данных? Запросиками чуть-чуть поигрались, чуть-чуть там вспомнили, чуть-чуть напомнили. Что еще знаем про базы? Самое такое, блин, должно у вас слово там...
Вот, я ждал, а кто сказал? Ты красавчик, ну ты был на этих лекциях просто, да, я, ты мне будешь помогать, в общем. Как тебя зовут? Вадим. Вадим, если я что-то забыл, ты должен мне говорить. Так, да, транзакции, ребят, на самом деле это принципиальное свойство... Транзакции. Кто знает, что такое транзакция? Кроме Вадима. Вадим знает, наверное, он хотя бы название знает. Что такое транзакция? Ну, банковские транзакции. Транзакция, допустим, прочитать данные, что-то с ними сделать, получить результат. Вот. Из одной базы данных, может, другую что-то. Нет, что такое? Ну, как бы это может быть транзакция, а может не быть транзакция, то, что ты сказал, в зависимости от того, как будет написано. Ну, что такое, допустим, банковская транзакция, когда мы там, не знаю, что-нибудь делаем? Ну да, допустим, смотри, короче, ты переводишь мне деньги, и мы хотим, чтобы это было транзакционно. Это, на самом деле, банковская транзакция означает, что когда ты у себя со счета снял, они ко мне поступили. И все. А не то, что они ко мне поступили, а ты не снял. Либо ты снял, а они ко мне не поступили, да? То есть, если что-то происходит в этот момент, то либо они должны остаться у тебя, либо у меня. Все, другого не должно ничего происходить, да? То есть, это то, что... Да, это то, что должно произойти в целостности, да, либо полностью, либо никак, да, то есть никто не хочет, чтобы деньги снялись со счета, и ты ни за что не заплатил, да, и потом вы звоните в банк, слушайте, у меня сейчас транзакция случилась, как бы, да, они говорят, не знаю, вот, это как бы и в базах данных есть такое понятие транзакции, именно это оно на самом деле означает, это... Она закрывает некоторые действия, либо, которые должны либо полностью случиться, либо полностью откатиться. Ну и мы, конечно же, обо всем еще этом всем поговорим на отдельной лекции, где будем рассматривать так называемый ACID. Вот. Вадим там был? Блин, такую лекцию классную пропустил. А слово знает. Так, что еще мы из баз данных знаем? Что-нибудь еще знаем? Может, какие-то вопросы, которые решаются с базами данных, там, не знаю. Если триггерится еще хранимые процедуры. Ну, допустим, да, бывают еще хранимые процедуры вот здесь. Что такое хранимые процедуры? Вадим, знаешь? Ну, часть логики, которую можно выполнить на стороне базы данных. Ну. Да, то есть смотрите, что такое хранимые процедуры? Ну, они тогда там еще, как бы, тогда давайте полностью, там еще бывают вьюшки, да? Вью. Бывают, допустим, функции какие-то. По факту это какие-то объекты в базе данных, которые хранят в себе какие-то селекты. Или апдейты, или делиты, да? Какой-то вот код на этом вот SQL-подобном языке. Вы просто не хотите писать их каждый раз, да, а сохраняете их в базе данных и переиспользуете. Допустим, хранимые процедуры, может быть, там, не знаю, add, там, ну, допустим, student, да. Допустим, add students, и он там выполняет добавление студента, там сразу ему стипендию начисляет и еще что-нибудь делает. Ну, там, не знаю, несколько действий каких-то делает. И вы, кажется, что каждый раз все эти селекты не писать. У вас какой выбор? Вы можете запрограммировать их в языке там, высокого уровня, допустим, там, не знаю, в Java, если вы работаете с Java или с другого, любого другого языка, и там это как-то оформить в классы, там, не знаю, в объекты, во все, что там есть, да. Либо часть логики вы можете прямо на стороне баз данных сохранить и использовать уже их по имени, да, там как-то. View — это на самом деле самая часто используемая, как говорят, вьюшка. Кто не слышит, такое вьюшка? Да, там люди, так, люди которые там, не знаю, как-то программируют, они просто не говорят view там. По-русски это говорят представление. Так тоже никто не говорит. Да, все говорят там вьюшка в лучшем случае. Это на самом деле, когда вы взяли select какой-то, и его обозвали. Вот тот селект, который у нас там был, грубая, мы могли назвать там его там create view as
best of the best select ever. И он бы весь запрос сохранил бы, да, если бы мы просто потом написали select звездочка from best of the best select ever, то он бы сразу его выполнил. Понятно? Логика? Смысл, как бы, да, мы просто переиспользуем. Ну и функция, допустим, вы хотите, не знаю, там, переводить что-то там, из, ну, там, не знаю, айпишники переводить из вот этого четырехзначного числа в int, да, или там все что угодно, на самом деле. Какие-то просто тоже какие-то куски логики, которые вы размещаете в базе, и они там хранятся, и вы к ним обращаетесь там в селектах каким-то образом и используете их. Вот, но вот про это мы практически не будем говорить на наших лекциях, потому что на самом деле они в каждом из этих реляционных баз данных плюс-минус отличаются, уникально, и синтаксис отличается, но смысл там, и где-то нет хранимых процедур, где-то функция это на самом деле хранимые процедуры, короче, ну в общем, там каждый уже сам решит, как это можно сделать. Так, но на самом деле нет чего. Нет немножко вопросов, которые решаются с базами данных, которых мы будем разбирать, допустим. Да, мы будем с вами, допустим, отдельную лекцию поговорим про производительность. То есть у нас на самом деле будет одна лекция про ACID и про транзакции, а до этого будет лекция про производительность и производительность каждого из этих... Ну, производительность вообще в базе данных с УБД складывается всегда из очень многих параметров, и есть базовые концепции, которые все должны знать, а есть там уже всякие специфические для того или иного вендора, да, мы его специфически не будем рассматривать, но базовые вы плюс-минус должны представлять, потому что они как раз-таки на самом деле заставляют все вот это крутиться, да, и на самом деле в какой-то момент вы, в принципе, понимая, как работает ваша база данных, можете понять, как реально, в реальности будет выполнен этот запрос, да, то есть вам нужно... У меня когда папа водит автомобиль, да, там, я из Гатчины, из области, и вот он когда срезает там по дворам каким-то и потом всю пробку объезжает, он говорит, нужно знать и любить свой город. Да, как бы модно потом заезжая и отставляя там всех чуваков сзади. Когда вы используете какую из этих, любую из хранилищ базы данных, ее нужно прям знать и любить. Да, то есть знать, как устроены структуры данных, которые она использует, какие она алгоритмы использует. То есть вы можете знать базу, я вам базу расскажу в принципе, но детальки какие-то, они могут отличаться в принципе, и там нужно разбираться, и от этого много что может зависеть на самом деле. Вот. Так. Что-то еще мы забыли, Вадим? Вот. Тогда, смотрите, курс наш будет следующий. В первую часть наших лекций мы посвятим самую следующую лекцию, да? Классно сказал, следующую нашу лекцию мы посвятим схеме, да? Мы придумаем доменную область. Кто знает, что такое доменная область? Боже мой, а? Предметная область. Да, предметная область по-русски, а по-английски называют доменная, ну, domain model, да, поэтому что это такое? Там сущности хранятся. Ну, они не хранятся, но что это такое словами? Бизнес-предмет или модель, не знаю. Так, смотрите, ну, есть прям domain model design, там вот эти все книжки, там паттерны. Там вот этого проектирования. Смотрите, если вы, допустим, пишете банковский софт, то ваша доменная модель — это вот там транзакции, счета, банки, вкладчики, кредиты и все, что с этим связано, да? Если мы пишем, допустим, не знаю, спортивный софт, то наша доменная модель — это там спортсмены, результаты, секунды и так далее, да? То есть это... те сущности, которые входят в решаемую нами проблему, да, ну там,
не знаю, если мы пишем игру, то это может быть доска, там квадратик, крестик, нолик, если это крестики, нолики и так далее, да? То есть, когда вы там придумываете какие-то классы, то по факту вы работаете в рамках некоторой доменной модели вашей, там, да, вы ее создаете там. Вот, это доменная модель. Так что, более того, когда я использую какие-то слова, которые вы не знаете, что нужно сделать? Правильно. Нужно не бояться, Лех. Нужно говорить, что я это слово не знаю. Если я сказал какую-то доменную модель, что это за ерунду ты сказал, да? Давай поясняй. Потому что я могу как что-нибудь сказать, как бы, и думать, что это вообще просто что-то очевидно. И даже если это очевидно для всех, кроме одного человека, этот один человек что должен сделать? Правильно. Вот, поэтому меня, конечно, в классе нужно спрашивать, разговаривать, потому что это дает мне фидбэк, и я понимаю, куда нам двигаться. Так вот, значит, на следующей лекции мы будем говорить про схемы базы данных. Мы придумаем некоторую схему базы данных для доменной модели, которую мы придумаем на второй части. Потом у нас будет сразу пачка лекций, где мы будем говорить только про запросы, из чего они состоят, про джойны опять вспомним, про все там разные маленькие хинты и хитрости тоже вспомним. Потом у нас будет после запросов там небольшая проверочная работа, которая будет происходить здесь. То есть у меня... А? Тебе расскажу. То есть у меня нет домашних заданий. Хорошо это или плохо? Нормально. Сомнительно. Ну да, я тоже считаю, что это сомнительно. Вот. Но их нет. Почему? Почему у меня нет домашних заданий? Потому что не какую-то конкретную базу проходит. Это можно было бы решить, я думаю. Могли бы проходить все. Запрос можно писать на листочке и проверить его. Можно, может проверять ему... Нет. Придумывать. Да, почти. Нужно проверять их. Понимаете? То есть нужно вот вас 27, нужно дать вам задание, потом 27 раз проверить и написать вам всем полезные замечания. А здесь? А здесь тоже всем, но в рамках этого часа, а не из дома. Да? Поэтому у меня нет домашних заданий. Но у нас будет проверочная работа, на которой у всех у вас будут плюс-минус одни и те же запросы, и они будут подобраны так, чтобы вам было интересно, да, чтобы это не было просто там селект там из группы что-нибудь, да, что-нибудь будет интересно. После этого мы с запросами немножечко закончим, поговорим про транзакции и про производительность последние две лекции. Вот. А после этого будет небольшой зачет. Вот вам 8 вот моих лекций. Да, первая сегодня. Такой план. Смотрите, сегодня нам, ну, сейчас нам нужно это все быстренько, как я уже сказал, придумать, чем мы будем заниматься на следующий. Ну, хэвинг, боже мой, ну у нас еще столько впереди с тобой, а ты про этот хэвинг. Ну зачем ты так давишь все время? Не спеши, не выкладывай все козыри сразу на стол. Как бы. С хэвингом разберемся, обещаю тебе, честно. Но не сегодня. А сегодня мы должны придумать нашу доменную область, в которой мы придумаем потом схему базы данных, и которую потом попытаемся наполнить запросами, смыслом, примерами и хоть как-то сделать. Я не обещаю вам, что каждый из вас напишет проект, и вот это вот все, как бы это сделает лучше из нас там в конце обучения после второго курса. После, ну как, я не знаю, курсы, это курсы считается, да? Вот. Вот. Поэтому Вадим знает, а все остальные нет. И доменная область у нас такая. Кто где смотрит у нас фильмы? Кинопоиск. Кинопоиски, отлично. Кто еще? Айви. Отлично. То есть просто ищешь там, я не знаю. Тор 6. Да? 5, 4, 3, а, 3 есть, да? Это, кстати, правильно. Что еще? Что еще? Что? Lost Film. Там сериал смотришь, да? Все? Popcorn Time. И почему вы смотрите именно там? Просто удобно. Не, на самом деле, как бы просто в минуту я вам потрачу на это. На самом деле, просто в Одноклассниках самый крутой сервис видео.
Это на самом деле не я придумал, честное слово, могу сказать, но вот именно как мы раздаем видео, мы делаем это лучше всех на рынке, и сравниться по качеству может быть только YouTube, на самом деле. То есть лучше, чем Контакт, лучше, чем Иви, там все что угодно. Они все приходят и говорят, а как вы там транслируете президента, или как вы там раздаете так много и на всех, короче, у нас там это топово все. То есть если вы хотите смотреть быстро, ну и там, чтобы качество подстраивалось, то это надо в Одноклассники идти. Но это не имеет отношения к лекции. Это я вам просто как бы честно говорю. Быстро в смысле, что там самая быстрая раздача будет. И она подстроится под скорость твоего канала. Если там смотришь, не знаю, не за огромным Wi-Fi там. А там просто спокойным каким-нибудь по телефону, допустим, что-нибудь или еще что-нибудь, то там будет самое быстрое и качественное видео. Она не упадет, там поднимется, там, ну, там целое, на самом деле, ребята очень сильно вложились в то, чтобы это было хорошо и быстро, там, трансляции, там, ну, короче, там полный спектр всего вот для видео, то, что сейчас есть. Стриминги там. Я не в той команде, но я точно знаю, что видео у нас топовое. Вот, но не про это. Я вот смотрю, допустим, на Netflix. Кто смотрит на Netflix что-нибудь? Кто смотрит на Netflix? Боже мой, да, ну кто? Ну, Ваня. То есть кто смотрит? Ну, я смотрю на Netflix, да, что-то, короче, ну, могу позволить себе 10 баксов в месяц, как бы, но... Не то, чтобы это геройское, знаете, достижение, как бы, да? Вот, но мне немножко гордости не прибавило. Это. Смотрите, но мы попробуем с вами придумать что-нибудь типа Netflix. Чем популярен Netflix, на самом деле? Удобство, рекомендации. Да, рекомендациями, удобство – это такая, что... Кто сказал удобство? Да? Кто сказал удобство? Класс. К чем еще популярен Netflix? Оригинальный контент. Оригинальный контент, что это имеется в виду? Контент. Что, ну, что ты имеешь в виду просто? Они свои сериалы. Да, они нас настолько, короче, разжирели, что у них так много денег, что они сами снимают теперь практически каждый второй сериал. Как бы, и там получается столько всего, что прям можно смотреть вообще никуда не выходя. А, у них, да, неплохое приложение, но на самом деле изначально, с самого начала, они как бы, ну, говорили, что мы как бы просто подберем под вас, типа, видео. То есть, если ты посмотрел там одно, два, то мы, короче, знаем, какой ты хочешь третье там и так далее. Но они ошибаются, реально. Ну, я там долго смотрю, они прям не то мне подсказывают. Ну, да, ну, да, наверное, не формат просто я. Ну, в общем, вот. Да, поэтому мы попытаемся придумать, какую же базу данных нам нужно задизайнить, чтобы быть способным делать что-то подобное Netflix либо Кинопоиску. Да, вот это наша доменная область такая, да, будем думать. Что, как... Рекомендации или что? Ну, для начала просто базу данных по фильмам. Потом посмотрим, можем ли мы превратить это в плюс-минус рекомендательную систему, даже какие-то простейшие вещи. Да, то есть на самом деле любой сервис, он всегда развивается итеративно, да, то есть сначала мы делаем одно, потом прикручиваем что-то другое, понимаем, что это еще можно и так далее и тому подобное. Что, за 8 недель мы сделаем? Мы сделаем это на следующей паре. А за 8 недель мы будем изучать реляционные базы. Ну что, бросьте мы, ну все же так делают. Так, поэтому сейчас будем накидывать доменную область. Да? Поняли, что это значит? Да. Да, давайте. Что нам нужно? Какие у нас есть сущности? Фильмы. Класс. Режиссеры. Жанры. Так, тихо. Не в смысле молчать, да, нормально все было, просто я не успеваю записывать. Это было что-то типа не тихо, а потише. Потому что я записываю, подождите, да, я записал фильмы. Жанры, ну окей, давайте напишем жанры. Но это больше похоже, ну ладно, давайте жанры, давайте просто сейчас в брейншторме поиграем, да, там просто будем вбрасывать что-то. Жанры, что? Режиссеры, давай. Что? Бот. Бот? Год выпуск. А, год? Страна. Боже мой, ну окей, ну год, ладно, год.
Продолжительность. Продолжительность, да. Но это вы все на самом деле... Да, это все к фильму относится. По факту. Продолжительность. Давайте еще что-нибудь. Актеры. Нас... актеры, да, актеры. Еще. Это все, что вы можете? Боже мой, 27 человек про фильмы знают все, что... Оценки, давайте, качество. Что такое качество? Full HD. Все сейчас умеют делать Full HD и 4K. Ну что такое? Ну, я думал, просто скажешь качество. Ну типа, ну очень плохой фильм. Награды. Рейтинг. Да, награды подходят. Рейтинг. Ну, у меня отличный почерк. Да? Да, я тоже так всем говорю. Награда. Награды. Что еще? Аннотация. Что такое аннотация? Краткое описание. Краткое описание, да. Пользуется. С двумя она пишется? Да. Будешь знать, что да. Блин, ну. Сиквелы, приквелы. Окей. Сиквелы. Переквелы. Саундтреки. Хотя бы так. Саундтреки. Нормальная тема, да? То есть какой-то хотя бы в бок в мысль. Саундтреки. Что еще есть? Кто? Трейлеры. Ну это я вот сюда спин-офф напишу. Сериал, фильм. Пользу. Рецензия. Пользователи? Люди, которые что? Смотрят. Люди, которые смотрят. Так, смотри, это, короче, уже типа про статистику прошла, да, такая, типа? Типа просмотры я напишу. Да? Да? Что еще? Целевая аудитория. Оценка. Целевая аудитория — это 18+, 16+, или что? Нет, ну кто в среднем смотрит, например. Не будем это записывать, не знаю, как это написать, на самом деле. Ну, хорошо, давай запишу, мне не сложно. Смотри так, напишу вот так сюда. ЦА. Рецензии. Что? Рецензии. Студии, да. Это вот какая-то студия, это вот, наверное, на самом деле вот сюда, наверное, это к фильмам относится, да, рецензии. Это вот где-то рядом с аннотациями что-то кажется, да? Рецензии. Так, что еще знаем? Кадры из фильма. Постер. Рейтинг. Рейтинг был. Я поставлю здесь и кратко, чтобы в следующий раз ты поняла, что я написал. Количество отзывов. Ну, то есть, чтобы иметь количество отзывов, нужно иметь отзывы. Да. А мы имеем рецензии. Рецензии и отзывы — это одно и то же? Нет. Почему? Да, почему? Можно так, половина рецензий как отзывы выглядят, я вам честное слово говорю. Может, даже большая часть. Что еще мы знаем про фильмы, ребят? Возрастное ограничение. То есть 18+, 17+, да? Конечно. Это не я придумал. Возрастное, я понимаю. Но это тоже про фильмы. Да? Хотелось бы, чтобы не было ограничений, да? То есть ты все еще подпадаешь под группу не 18+? Ему 9 лет, как бы. Тебя все еще это волнует, да, возрастные ограничения? Возрастные ограничения. Ну да, но глупо советовать человеку, который сказал, что ему 15, фильм 18+. Он не будет это смотреть. 100% не будет. Нам неинтересно, что это будет. Нельзя, но будет. Не, нельзя, наверное. Что еще? Что-то маловато, короче, мне кажется. Чем забрать? А? Может, языки, на которых? Это отлично. Языки. Языки дубляжа, допустим, да? Субтитры. Круто. Тут молодцы, начали хоть думать немножко. Сервис или просто информация о фильме? Пока мы смотрим, мы начали, короче, да, пока ты прав. Мы просто называем слова. А потом вы эти слова, вы, вот сейчас сколько назовете, столько и будет, да? А потом вы эти слова должны быть в базе данных все сохранить, да? Придумать схему базы данных, а потом мы к этой базе данных, которую вы придумаете, запросы будем писать. Вот. Так, языки, субтитры. Это языки, на самом деле. Я так понимаю, что это языки дубляжа, да?
Ну... Гоблин. Ну, то есть имеешь в виду, что на одном и том же языке бывает по-разному, да, звучит? Ну ладно, будем называть русский хороший, русский не очень хороший. Да. Русский самый хороший. Что еще бывает? Есть режиссерские версии, которые отличаются от прокатов. Ну это будет просто другой фильм у нас. Да. Не, да? Да, 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 да. Нормально. Пойдет так? Что еще? Все, хватит. Хватит? А это кассовый сбор. Что? Кассовый сбор. Кассовый сбор, молодец. Сборы. Бюджет. Сборы слэш бюджет. А вот смотрите, короче, такая тема. Вот какой сериал вы последний смотрели? Какой самый крутой сейчас вообще сериал-то? «Черное зеркало». «Черное зеркало»? Да, старый уже, там все закончилось давно уже. Когда он там будет, а? «Мистер Робот». «Мистер Робот»? «Силиконовая долина». Да он скучный. «Силиконовая долина» просто вообще какой-то ситком, короче, непонятно. «Острые козырьки». Молодец. «Пики Блайндерс». «Пики Блайндерс». Кто назовет сериал, который мне нравится, будет молодец. Какие еще? Ну, я просто, может, какие-то не смотрел. «Настоящий детектив». «Настоящий детектив» не смотрел. Все говорят, крутой, я не смотрел. «Во все тяжкие». Ну, какую-то... Когда ты еще в школу ходил, наверное, еще первый сезон, наверное, еще даже не... Там в пятом классе первый сезон снимали, да? Где-то так, наверное, я думаю, было. Что еще? Ну, смотрите, просто когда вы смотрите сериал, что обычно происходит, когда вы досмотрели одну серию? Почему? Интересно. Правильно, а у нас как бы про это нет ничего. Конечно, сидит, может, фильмы какие-то связи. Ну да, надо что, ну, как нам, как вот, как вы человека должны оставить в стриминг-сервисе, да? Ему, он, алгоритмы какие-то ходить по этим данным. Да, но мы сейчас не можем, даже мы не храним это. Я в этом, смотрите, короче, вы только, как вообще вы держите людей в стриминг, в стриминг-сервисе? Смотрите, он у вас вообще... Например, чтобы прерваться чего-то, то есть как... Нет, я не про это говорю. Смотри, когда человек досмотрел один фильм, первое, что ему нужно сделать, чтобы он вообще никуда отсюда не ушел. Ему нужно, да. И когда мы смотрим сериал, самое простое рекомендовать ему что? Следующую серию, либо следующий сезон, как бы, да, как бы первую серию, потому что иначе он такой, как бы, ну, наверное, на этом все закончилось, как бы. Так только можно в «Черном зеркале», реально, после каждой серии. Там всегда все плохо заканчивается, как бы, и каждая серия, она как бы сама в себе. Но в «Козырьках» так нельзя, надо смотреть до конца, как бы, да. Хотя они все равно выживут там, все они выживут, кроме Артура. Так, 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 ну и что? Я вас пытаюсь к чему-то сподвигнуть. Вы храните ссылку на следующую серию. А это не относится к... сиквел? Рекомендую. Ну, сиквел все-таки вот, «Терминатор» там 2, у него есть сиквел «Терминатор 1», да, или нет? Или это не так называется? Это не прикол. Ну, прикол, да. Вот. А когда на нормальный сиквел мне назовите какой-нибудь? Да никто, видите, даже нормального сиквела не знает. Так, ну, короче, нужны нам на самом деле какие-нибудь, я думаю, обязательно серии, либо слэш-сезоны. Какая-то вот такая вот завязочка. Иначе нам просто будет неинтересно, да? Потому что, мне кажется, сейчас все основные люди смотрят сериалы. Или вы все еще смотрите отдельные фильмы? Фильмы смотрите. Окей. А есть такой смысл, например, похожие фильмы хранить, чтобы вас давать? Как определить похожие? По твисту. Почему? Ну, по твистам, по сюжету. Пожар. Что такое твист? Я просто устарел реально, как бы, наверное, уже. Я не знаю такого слова, как бы. Теги обычно, как на кинопоиске. Да, теги есть. У нас нет их. Теги. Не знаю, куда их написать. Теги. Вот это слово твист, это прям ты меня вообще порвал просто. Я так почувствовал, что что-то надо пойти почитать молодежное. Не знаю, что такое. Ну, реально, я не знал, что такое. Так, все, наверное, да? 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 Плюс-минус. Нам хватит, вам хватит. Почему про фильмы? Я думал про больницы. Можно было про игры. Я тоже про игры подумал. Да, но не все игроманы. А фильмы плюс-минус все смотрят. То есть если бы я спросил, кто в какую последнюю игру играл? Давайте. Resident Evil. Окей, что еще? Dota Shatter. Dota Shatter. Есть такая?
Ну, я вот последнюю, которую играл, это Тетрис был реально. То есть у меня она здесь есть Тетрис, как бы. Ну, там немножко другой, но Тетрис, как бы, вот я в нее играл. Просто у нас, возможно, не получилось бы разговора, а про фильмы плюс-минус все там знают, как-то что-то смотрели, поэтому нормально все заходит. Значит, что мы делаем? Вам это нужно переписать. Либо, как делать сейчас молодые? Да. Скиньте в чатик, все правильно. Вот. А видео уже записывается. Зачем нам это записывать? А видео там до этого... Когда оно будет отмонтировано, ты уже закончишь этот курс. Потому что я скажу, я здесь выгляжу не очень, давайте вот это вот подправим, почистим, это уберем, как бы, с другого, да, бока возьмем, как бы, и вообще толстый, как бы, давайте не будем выкладывать это потом. Да, вы придете еще раз, но вы уже будете знать правильный ответ, и мы нарисуем намного больше карту. Я буду использовать не только синие, а разные цвета. Так, сфоткали? Сфоткали? Теперь смотрите, к следующему разу, каждый из вас, это важно, каждый из вас должен подумать. То есть домашек не будет, но надо будет подумать. Не, да, жестко слишком, да, согласен с тобой. Домашки были, отлично. Вам нужно будет подумать, какие это реальности сущности, кроме сущности фильма. Да, как бы. Ну, то есть сущность фильма, она прям здесь прозрачна, у нее есть атрибуты типа там год выпуска, студии, скорее всего, возрастные там ограничения там или так далее, хотя на самом деле не факт, да. Там актеры, скорее всего, какие-то люди у вас появляются, как хранить, что такое сиквел, приквел, мне кажется, вообще это спойлеры, но на самом деле это спин-оффы написано, да. Трейлеры, сезоны, как бы, как обрабатывать музыку, дубляж. То есть вам нужно, по крайней мере, прикинуть, что вот из этого всего мы набросали, является сущностями, а что является атрибутами. Тут точно больше одной сущности, чем сущность. Стопудово. Больше, чем одна сущность. Чем сущность атрибут отличается? Смотри, ты знаешь, что такое объектно-ориентированное программирование? Вот. Сущность — это класс. А атрибут — это поле в классе. Все. Да, сущность — это таблица. Соответственно, на следующем разе мы попробуем эти сущности, я вам расскажу пару финтов, и мы попробуем эти сущности зарисовать в табличке. Это будет классно. Вот. Все. Поэтому на сегодня все. Вы все сфот. Нет, ноутбук не нужен. Нужны... Вам ноутбук? Не, ну дом понадобится на наших, но... Я не предупреждаю. Нет, понадобится, наверное, когда мы будем запросы писать. Если у вас есть, допустим, установленные... У кого-нибудь есть на ноутбуках установленная любая СУБД? Да. Класс, вы сейчас подняли люди больше, чем когда я спрашивал, знает ли кто-нибудь что-то про базы данных. Как так вообще получается? Нет, на поле не трюку. То есть смотрите, как бы есть нормальный вариант, вы можете поставить... У каждого должна быть его любимая СУБД. Вот. Excel неплохо работает. Но... Не, ну если ты просто придешь как бы в компанию и скажешь, моя любимая СУБД Excel, и тебя возьмут после этого, ну то как бы ожидай как бы сложности, скорее всего. Поэтому, смотрите, у каждого должна быть его любимая СУБД. Я не буду говорить там, какая моя, но у вас у каждого должна быть своя. Вы должны ее знать и любить. Поэтому первое, что вы должны, это должны ее поставить у себя там где-нибудь, да, развернуть там MySQL, Postgres, там Oracle, у кого винда, MS SQL, допустим, и по крайней мере ее поставить. И тогда на парах, по факту, когда мы задизайним эту схему, вы можете задизайнить ее потом у себя. И когда мы будем придумывать какие-то запросы, вам будет проще, допустим, взять там, кому-то может быть проще взять и написать на компе какой-нибудь запросик, да, попробовать с какими-то данными погонять там вообще, посмотреть, чем когда вы мне напишете на бумажке, покажете, я им скажу, он неправильный. Да, как бы скажете, почему? Я скажу, блин, ну не работает. И все, как бы. А он работает, вот именно. Только не те данные выдает, да. Вот так. Все, на сегодня все. Я ответил на все вопросы. Есть какие-нибудь еще вопросики ко мне сейчас? Спасибо большое всем.